Всем привет, друзья! Сейчас вы увидите большую подборку из самых улетных радиоуправляемых игрушек сайта AliExpress. Это отдельный класс радиоуправляемых моделей машин. Они могут выполнять крутые и эффектные виражи, делать заносы и необычные фигуры пилотажа. Управлять такой машиной довольно просто, но каждый раз вы сможете открывать для себя все новые и новые возможности. Это авто на дистанционном управлении обладает полноприводными конструкциями, которые изготавливаются из высокопрочного и ударостойкого пластика. Их характерная черта – особые колеса со специальным ободком. Это нужно для хорошего скольжения модели на повороте. Эта игрушка на радиоуправлении имитирует полет настоящей птицы за счет бионической механики крыльев и управляется с помощью пульта на батарейках. Время ее полета может достигать 10 минут. Справиться с птичкой может любой ребенок. Игрушка сделана из качественного ударопрочного материала, и даже если она упадет с большой высоты вниз, с ней ничего не случится. Кроме того, разработчики предусмотрели инновационную систему зарядки. Модель заряжается всего за 15 минут. Эта оригинальная игрушка поражает воображение красивым полетом и мелодичным пением. Этот радиоуправляемый экскаватор – точная полнофункциональная копия настоящей строительной техники. Скрупулезная детализация всех элементов модели выполнена очень реалистично. Стрела с поворотной платформой, металлический ковш, элементы ходовой части – все выглядит точно так же, как на настоящем экскаваторе. Он может перемещаться на гусеницах вперед-назад, может поворачивать влево-вправо и разворачиваться на месте. Кроме этого, можно поворачивать платформу с кабиной и управлять полнофункциональной стрелой с металлическим ковшом. Экскаватор легко копает сухой песок и может загружать его в кузов игрушечного самосвала. Во время работы радиоуправляемого экскаватора у него светятся фары и раздается звуковая имитация механизмов. Эта величественная копия знаменитого корабля «Титаника» в масштабе 1:325 будет потрясающе смотреться на полке для коллекционных моделей. И, разумеется, порадует своего обладателя при использовании на воде. Корабль впечатлит любого пользователя фактически неограниченными возможностями к маневрированию на воде. Судно может идти вперед на скорости до 15 км в час, легко выполняет повороты, двигается назад или же замирает на месте, специально покачиваясь на волнах. С наступлением вечерних сумерек у вас появится возможность вызвать бурный восторг всей дружной компании демонстрации светодиодной подсветки вашего личного корабля. Эта радиоуправляемая машинка в банке выполнена в масштабе 1:58. Оригинальная упаковка в виде банки для газировки объемом 0,33 литра, в которую спрятана радиоуправляемая машинка, подарит вашему малышу море ярких эмоций. Моделька сделана из качественного пластика. При движении вперед горят фары, а при движении назад загораются стопы. Кузов имеет высокую детализацию. Машинка заряжается очень быстро. Время зарядки составляет всего пару минут. На этом заряде машинка способна кататься около 10 минут. Это необычная модель на радиоуправлении. Стильный мотоцикл с фигуркой гонщика. Отнюдь не простая игрушка, а весьма серьезное хобби для юных и опытных любителей суперскоростных экземпляров. Эта модель приятно поражает своими техническими характеристиками. Задний привод, возможность входить в самые крутые повороты с минимальным заносом и, конечно, развивает скорость до 40 км в час. В комплекте с мотоциклом идет очень удобный пульт дистанционного управления пистолетного типа. Вы можете легко удерживать его одной рукой и не терять контроль над моделью в радиусе 70 метров. Этот радиоуправляемый динозавр, который не только обладает собственным характером, но и может пускать огонь прямо изо рта. Он имеет агрессивный внешний вид. Полностью безопасен и изготовлен из качественных материалов. В независимом режиме он изучает окружающий мир, может злиться или радоваться и демонстрирует самое разное поведение, в зависимости от настроения. Движения динозавра реалистичны. У него подвижные ноги, хвост и голова. Кроме того, он издает разные звуки и пускает пар изо рта, которые подсвечиваются красным цветом и придают эффект пламени. Это неубиваемый квадрокоптер. У многих резонно возникнет вопрос, почему же он неубиваемый? Про этот дрон я узнал от своего друга. Как он его только не мучил. И врезался в стены, и падал с большой высоты, и в воду попадал. Все пережил. Плюс этот квадрик можно запускать с ладони или ловить его сверху. Данная модель поставляется в небольшой цветастой коробке и предназначена для детей от 14 лет. Думаю, по большей части это связано с наличием мелких деталей. Но с этой моделью порог вхождения по возрасту в управление мультикоптером можно смело уменьшить. Этот вездеход-амфибия одинаково хорошо передвигается как по суше, грязи или снегу, так и по воде за счет шнеков. Он может ехать боком и быстро разворачиваться. Модель имеет полную водонепроницаемость, и ее можно использовать где и когда угодно. Стоит отметить, что амфибия имеет яркую подсветку, позволяющую использовать игрушку в темное время суток. Ваш ребенок будет в восторге от такого подарка. Этот радиоуправляемый полноприводный внедорожник в масштабе 1:16 выпускается в различных вариантах окраски, оснащен Wi-Fi камерой, мощным коллекторным электромотором и может комплектоваться как колесами с внедорожным протектором, так и гусеницами. Внедорожник имеет богатую деталировку и светящиеся передние фары. Кузов изготовлен из прочного ABS-пластика. В кабине можно увидеть сиденья, руль и интерьер. Пульт управления кругового типа работает на частоте 2,4 ГГц, что позволяет уверенно контролировать движение машины, которая способна двигаться со скоростью до 15 км в час. После включения питания у пикапа загораются передние фары, и он по команде с пульта может двигаться вперед и назад, поворачивать влево и вправо. Эта модель создана для приключений на бездорожье.
Это радиоуправляемый монстр с полным приводом и задним дифференциалом, что дополнительно влияет на проходимость и управляемость. Модульное шасси обладает отличными игровыми характеристиками и не требует сложного обслуживания. Корпус внедорожника выполнен из ударопрочного сплава. Он пройдет любой краш-тест без каких-либо повреждений. Этот монстр укомплектован колесным ключом, шестигранниками, запасными клипсами, аккумулятором, зарядным устройством, а также инструкцией по эксплуатации. Этот танцующий мотоцикл-амфибия поразит любого ребенка своими возможностями. Это очень интересная игрушка, которую можно запустить где угодно. На ровной поверхности вы можете устроить настоящий танец брейк-данс. Мотоцикл будет крутить вокруг оси, ехать на задних колесах и даже вверх ногами. Но основное удовольствие от запуска ребенок получит на улице, ведь игрушка надежно защищена от влаги и может эксплуатироваться круглый год, ехать по песку, снегу или даже по воде. В этом помогут большие передние колеса, на которых установлены специальные покрышки с протектором, загребающим воду. Эта маленькая радиоуправляемая подводная лодка понравится абсолютно любому ребенку. Эта небольшая игрушка подходит для игр в чистой и прозрачной воде. Наиболее оптимальным игровым местом является ванная или большой аквариум. Под своим корпусом маленькая субмарина имеет неслабый двигатель. Подводная лодка за считанные секунды может пересечь весь аквариум. А так как ванна имеет большие размеры в сравнении с аквариумом, то ребенку гораздо интереснее будет проводить время со своей новой игрушкой. Этот радиоуправляемый автобус – точная полноприводная копия своего прототипа в масштабе 1 к 20. Четырехканальная радиоаппаратура работает на частоте 2,4 ГГц и обеспечивает бесперебойную маневренность автомобиля влево, вправо, назад и вперед в радиусе 1000 метров. Звуковое сопровождение с регулируемой громкостью имитирует характерные звуки при остановке автобуса, открывании и закрывании дверей, сигнале. Также предусмотрена подсветка фар и салона автобуса. Такая игрушка, без сомнения, станет любимым развлечением для вашего ребенка.